Алексей Рыбаков зарегистрирован в Шанталинском районе, а проживает в Самаре. В преддверии общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию решил позаботиться о том, чтобы выполнить свой гражданский долг, не выезжая при этом за пределы города. Не ездить по месту регистрации. Это, в данный момент это удобнее и быстрее. В связи с распространением коронавирусной инфекции не хотелось бы лишний раз к родственникам ездить. Не надо ехать 200 километров, образно говоря, а перейти дорогу и проголосовать. Подать заявление и выбрать место, где удобнее проголосовать, можно в любом офисе МФЦ. Для этого нужно прийти на прием лично, либо обратиться через портал госуслуг. Специалисты направляют заявку в территориальные избирательные комиссии. За неделю услугой уже успели воспользоваться 50 человек. В этот раз мы организовали рабочий день воскресенья и будет приниматься только по этой услуге. Соответственно, даже 21 числа можно прийти и получить эту услугу. В электронном виде это можно подать через сайт госуслуг, то есть зайти под своим аккаунтом и, соответственно, выбрать избирательный участок, на него нажать и открепиться, и прикрепиться туда, куда вы хотите. Чтобы получить услугу в одном из офисов МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт. Заявление принимают до 21 июня включительно. Мария Левина, Максим Гусев. События.